Ходят слухи, Бишоп сделал любопытный заказ. В аэропорту его ждет посылочка. Если она окажется у нас, это будет для него ударом. За главным терминалом располагается грузовой. Там стоит уже загруженный пикап. Все, что требуется, забраться в него и отогнать в гараж в Лагарде. Что может быть проще? Это ловушка! Вали оттуда быстро! Сейчас он свое получит. Друг, насколько у тебя там все серьезно? А что? Гранатомет сгодится. Да. Я заказал тебя парням. Бишоп, знаешь, во сколько ты мне обошелся? Без понятия. Можем продолжать в том же духе до бесконечности, но, полагаю, мы не хотим затягивать. Будем продолжать столько, сколько понадобится. Давай покончим с этим лицом к лицу. У меня. Мои люди не станут вмешиваться, даю слово. Думаю, я все равно тебя прикончу. Ты можешь думать все, что угодно. Я даю тебе шанс доказать, что я тебе по зубам. Один шанс. Разве не об этом ты мечтал?
Милый, ты пропускаешь собственную вечеринку. Дай мне минутку, дорогая. Без тебя нам не обойтись, малыш. Один шанс. Где? Приезжай сюда, а я подготовлюсь. Нет, малышка, не надо этого. Ты знаешь, чей это номер? Знаешь? Продюсеры из Голливуда, детка, он будет умолять меня дать показать хотя бы частичку твоего личика на большом экране. Ну а теперь я должен обсудить транзакцию. Как тебе эта попка, Руслан? Смена плана. Какого черта? Это из-за тебя у меня все наперекосяк. Хреново выглядишь, Слинг. У-у-у, вот так встреча. Эй, да ты возмужал, по-прежнему гоняешь. Тебе приносили от меня булочки. Прошло 28 лет, и я не помню никаких булочек. Что за черт? А это кто такой? Вали отсюда. Рус, здесь полная дрянь, вышиби его гребаные мозги. Предохранитель, мать его, обдолбанный кретин. Этот подонок пытается меня укокошить! Этот подонок пытается меня укокошить! Thank you.